задача этой тренировочки прогреть организм, накопить углекислоту и, естественно, еще прокачать энергетику. Тренировочка такая легонькая должна быть, но при этом должна на лбу выступить испарина, которая указывает на то, что процесс углекислоты и прокачки энергии прошел нормально. Прокачки энергии — это еще будут теплые ноги, ну и другие ощущения. Начну с дожима в положении лежа. Начну с небольшого веса. Не надо нам рекорды, дело хорошее, но. Все должно быть умеру. Так как я буду прокачивать энергию не один раз, а я буду делать раз, два, три, а то и пять. И хватит. Первый подход, он трудный самый, по причине того, что надо настроиться на такую работу. А пока ты ходил, думал совсем о другом. Настроиться. Та-дам. Та-дам-дам-дам-дам-дам. В валенках оказалось привычнее уже. Ну, второй подход. Второй подход. Второй подход — совсем другое дело. Разам-да-да-дам-да-да-дам-да. Там, 160 поставили, 140 было. Задавили 160. Задержал дыхание, на одном дыхании джик-джик-джик три раза. Тарам, давай, дай, давай, 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 давай. Пошло, 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 пошло. Тепло по организму. Чувствую, как поры на лбу пытаются открываться, начинают, так сказать, проявлять интерес. О-хо-хо-хо-хо. Ну и хватит. Можно сказать, поры на лбу открылись, уже пошла испарина. Сейчас пойдет основное упражнение, которое даст на корму нагрузку, откроет Муладхара чакру и выплеснет океан энергии. Вес 620 килограмм. Thank you.
закрываю глаза и с закрытыми глазами пытаюсь ощутить, как идет энергия, откуда она тянется, где проявляется, где давится. Заработал желудок, пошла отрыжка. Семьсот килогерц повесили. Злоупотреблять вот этим упражнением не надо, оно очень мощное, дает много энергии, но может и истощить. Поэтому один подходик как разминочный, второй рабочий, и на этом, наверное, надо и закончить. Не спеши, Гапуся! Вот это, что я делаю, большой секрет. Как-нибудь расскажу вам. Находим центр приложения сил. И, как говорится, работа пошла, закипела. И хватит. Трудности возникают с отрывом. Как только отрыв сделан, вес пошел. Фу-ху. Щечки пылают. Испарина выступает. Процесс пошел. Особо не раздышиваемся. Хочется отдохнуть побольше, но притормаживаем. Начинаю опять немножечко на руки. А то бивни так против всего остального не так смотрятся, как хотелось бы. Дадим им небольшую нагрузочку. Вес где-то килограмм 12-13. Первый подход. Как раз на бивни пошло, чтобы без всяких особых затруднений, чтобы они только работали. Вес вроде бы пустяковый, но я почувствовал, он целенаправленно пошел на бивнерезы и будем потихонечку втягиваться. Хватит одного подхода. Так, и наш всеми любимый джим лежа. Как раз я сделал достаточно много повторений. 15 на бивне. Для того, чтобы как раз вырабатывалась углекислота, кровишка двигалась. То есть то, что надо. Желудочек заработал. Ух. Наш многострадальный желудок. Из-за того, что мы употребляем разного рода мешанину, он страдает больше всего. Съели вареное, то есть все, пятое, десятое, смешанное. И он встал и думает, что же ему сделать. Такого не должно быть. Так, ну что ж. Начнем с 25 килограммчиков. Делаем вот здесь вот раму, чтобы как два таких бивня. Вот сюда, на, видите, аж вот сюда, так саму, как пружину. Мы
отжимаем. Опа, ох, после 180 очень легко. Буквально такие руки стреляют. Тридцать пять килограмм. Опять площадочка. Держим, держим. Не вот так жмем, а именно вот так, чтоб больше. О! А так. О! Тут работает и грудь, и широчайшая. А тут, ну... Ну, больше грудь. Больше. Надо почувствовать мощное движение. Фу. Фу. То есть важно понимать, я штангу взял и локти вот так поставил. О, вот так. И вот так и жгу. То есть не так. Взял, вывернул и... Ну что, хватит на первые разы. Важно понимать, когда мы начинаем что-то, все надо делать плавно, медленно. В противном случае, если сделать... Дать большую нагрузку, ну, допустим, хотя бы еще 2-3 подхода на жим лежа. На следующий день будут болеть мышцы. И они будут болеть дня 3, а то 4. А так потихонечку мы без всяких болей войдем в нужный нам режим. Так. И последнее упражнение. А вот последнее упражнение я уже подготовлен. Животик. И мы его, так сказать, прокачаем, ну, подходика 2-3. Влупим. Улупим. Вес где-то... Так, где-то 40, 45, 47. Ну, вес, наверное, килограмм 48. Двадцаточку. Раз. Заработал желудочек. Пошла энергетика. Поры открылись. Новая порция испарины пошла. Под мышками вспотело. Тело так это влажное стало. Вот это та нагрузочка, которая нужна для накопления углекислоты. Ну что сказать, мышцы пресса прочувствовались, что они поработали. На этом и закончим. Главное, без фанатизма.